Всем привет! Мы с сестрой получили пробники Lancome. Сейчас будем смотреть, что там. Мы подписались на канал нашей девочки Украинки в Телеграме, где она пишет, кто пробует, можно тестировать продукты или присылают пробники, и нужно потом написать отзыв. Мы уже получили так много пробников. Так, это тональный крем, два цвета, супер, будем пробовать. Ого, вау, неожиданно, даже крема. Я думала, что это крем, да, а это тональный крем. Мы еще на крема подписывались. А просто давай посмотрим, что за цвет. Ого, мне уже нужен нож для распаковки. Так, такой светленький, кстати, очень... О, такое сияние. Боже, какой классный. Смотри. Супер вообще. Отличный. А второй, наверное, потемнее. А второй, я думаю, темнее. Тут 220 С, а это 315 С. Ой, такой увлажняющий. А может быть, это и крем. Ну, сейчас прочитаем, более скажем подробно. А это чуть-чуть темнее. Вау. И эти пробники абсолютно бесплатно. Так, ну мы разобрали, что это такое. Это тональная основа Tint. Очень классная, вот уже впиталась. Супер. Ну я думаю, в этой пачке тоже идет то же самое. Но мы сейчас посмотрим. По поводу этого телеканала, телеграм-канала, эта девочка наша тоже украинка, ведет его, и там кэшбэки, скидки, какие предлагают разные магазины, и также можно протестить, заполнить на сайтах анкету, и чтобы тестить продукты, но оно выбирается рандомно, и ты не знаешь, будешь, что-то тебе придет или нет. Она просто скидывает туда, какие акции существуют и какие есть предложения. Очень классный канал. И много купонов Payback мы тоже там получили. Боже, точно нужен нож. Да, тут то же самое. Вот такой вот. Будем тестить. И, ну, на электронный адрес потом придет письмо о том, чтобы мы написали отзыв, как нам эти тональные крема. Всем... Еще раз решила включиться и показать, что нам приходило еще на данный момент. Приходило вот такие два пробника, мужской и женский, Валентина. Две штуки мне и сестре. И вот такой вот пробник тоже. Здесь объем 1,2 мл. Вот такой вот пробник тоже приходил. Мы даже не успели смонтировать видео, уже пришел новый пробник. Посмотрим, что здесь. Мне очень интересно. Да, я думаю, я подозреваю, что это аромат. Да, у нас такого плана приходили тоже уже. Так, сейчас откроем. Нужно уже покупать нам ножик, потому что так часто приходит канцелярский. Они через в течение недели, двух после того, как придет, могут попросить на электронный адрес, чтобы вы оставили на сайте отзыв, как вам понравились духи эти, крем или что там приходит. Ну, открываю уже. Ну что, смотрим, что у нас за пробник. Ага, мужской, да? Ага, Азаро, мужской аромат. Ну, сейчас посмотрим. Пробничек, значит, 1,2 миллилитра. Ага. Ну, сейчас. Приятный. Ой, ну приятно. Ну, приятный аромат. Это абсолютно бесплатно, почему бы нет? Да, вот такой аромат. Кому интересно, можем поделиться ссылочкой на телеграм-канал. Пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Нам будет очень приятно. Всем пока!